Стоп. Спасибо, что включил с тобой, Герасев. И, ребята, сегодня я с пацанами подготовлю по-настоящему классный, интересный и очень необычный ролик. У нас есть 4 участника, 4 пары туфлей с гигантским каблуком, мать его, прям с гигантским. И сегодня наши прекрасные мадемуазели будут проходить 3 сложнейших челленджа. Один из них первый, самый простой, а дальше прям по нарастающей жесть полная там идет. Страшно? Первый челлендж — это футбол на каблуках. Это будет очень смешно и очень весело, но после этого сразу выбывает кто-то один. Второй челлендж — это полоса препятствий. По-настоящему тяжелые испытания, которые участники должны пройти. И кто из них пройдет к финишу последний, также выбывает. И в конце... Что в конце? В конце у нас финал будет огромное, огромное. А, это секрет. Видите, вот там оно спрятано, вы части... И кто-то один из них заберет котлету в 1000 долларов, правда, в рублях, но 1000 баксов кто-то заслуженно сегодня получит. Что? Это не мой размер, братан, а моя. Ты чё, ёбся? Мне, пожалуйста, 43-44. Это не то. Это, конечно, красиво. Блин, всех мальчишек сегодня на дискотеке зацеплю. Вы будете такими красотками просто. В моменты, как вы оденетесь, соответственно, снимать уже нельзя. А это норм, что у меня не вся лаптя вот туда вот, сука, пролезает? Я, блядь, тихо. Настоящий спортсмен. Что ты ходит? Это реально очень. На ноги реально можно переломать жестко. Я, кстати, достаточно уверен. Пиздец ты, лошадь! Пожалуйста, вы прямо сейчас ставьте лайк под видосом, потому что это... А, чё? Ребята, устройте, пожалуйста, буквально 10-секундный дефиле для наших дорогих подписчиков. Первый челлендж, ребята, очень простые. У нас есть вот такой вот крутящийся стул. На него садятся участники. Мы крутим рулетку, вот такую. И рулетка показывает, сколько раз мы участника крутим полных оборотов на этом стуле. После он встает и бьет по вот этому футбольному мячу и должен попасть вот в те малюсенькие ворота. И кто из участников не попадет или сделает это медленнее всех, тот выбывает из нашей игры. Первый наш участник — это Павел Николаевич. Павел Николаевич, сейчас мы посмотрим, сколько раз вас надо будет раскрутить. Нажимай. Поехали. Ну, бля. 60. Восемь. Да какой восемь? 69. И последний круг. Да, блин. Вот сейчас 60. Пошел. Время идет. Павел Николаевич, встаем. Нет, даже не еще один трафитесов. Давай. Он забил за 14 секунд 84 сотых. Павел Николаевич. Следующий участник у нас Артур. Опа! 30 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 29 и 30. Время пошло! Пошло. Вообще уверенный. Я потому что знаю технику. Что там футбол играет? Артур, ты как-то вообще, это твоя тактика так сработала? Он абсолютно трезво шел. 14-21, даже быстрее, чем у Паши. И еще более интереснее становится у нас игра. Марк. Ага, сейчас. Оба-на. Марк, решай, сколько ты будешь раскрутить? Я хочу 60. 30. Ну, сойдет, да. Пошло. Поехали. Последний круг. 30, пошел, время. Кисок, я поехал. Давай. Но хорошо, Марк промахнулся. У нас остается Артем. Артем, если ты сейчас попадаешь... Если я попадаю, я выиграю. Если ты попадаешь, то Марк вылетает. Но я не попаду. Следующий участник — Артем. Артем, нажимай. И тихо. Ай! Я не хочу. 60 раз. Не хочу, я не хочу. Я против. Три. Четыре. Убери отсюда камеру, нахуй.
Как будто бы я не кручусь. Я не кручусь. Я готов блевать прямо сейчас. Можно на тебя блевануть, пожалуйста? И последний круг 60. Время пошло. Все, давай. Опа. Блевай, надо блевать. Вау, 5,8. За 5 секунд 80 миллисекунд. Я футболист. Ребята, мне очень жаль, но, к сожалению, Марк Кисулькин. Самое главное создание, вы выбываете. Бля, я пошел блевать, по-моему. Бля, мне тоже плохо. Что, реально блевать идешь? Да, на каблуках. С высоты блевать будет. Ребята, грустные новости наступили в этот час. У Артура, к сожалению, сломалась вот эта лямка, оторвалась. Мы ее пытались и присобачить, и приклеить, нихера она не держит. Учитывая, какое следующее задание, это как бы точно не получится, короче, у Артура участвовать. Поэтому да. Мы приняли решение, точнее, ребята приняли решение. Вместо Артура участвует дальше Марк, и они договорились, что если Марк выиграет, то они делят бабки пополам, правильно? Я буду биться до конца, правильно. Давай, за мою ногу мсти. Ребята, второй челлендж – это полоса препятствий. Участники должны пройти 3 полосы препятствий на огромных, гигантских каблуках. И кто из них придет последний к финишу, тот выбывает из игры. 3 наших участника на стартовой линии. Участники все правила знают. Сначала тазик над головой. Бежим, бежим, бежим. Оставляем около конуса. Перепрыгиваем эти хуйни. И по скользкой дорожке. Если вы вдруг разливаете воду, вам добавляется 20 секунд к вашему итоговому времени. Раз, два, три, поехали! Ни хрена себе! Ух ты! Ни хрена, Чернов, бежи! Опа! Коробки все поломал! Он уже бежит! Смотри, Артём просто! Артём как будто всю жизнь ходил на каблуках! Паша, активнее! Паша, Паша! Да что ты? Паша, лезь! Они уходят уже! Паша! 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 Он это! Ну сюда! Дай! Близко! Близко кто? Артём, это было классно. Артём пришел первый, Марк пришел второй. Паша даже не перелез изгородь. Скользко, очень скользко. И очень нормально. Жирно. Ты как так проскочил с тазиком, побежал? Ты видел вообще? Видели? Я профессиональный ходок. Я в Таиланде учился. Ты блогом занимался? Окей, получается, вы переходите оба в финал. Дайте выключу камеру. Ребята, и кстати, обязательно прямо сейчас перейдите вниз под видос. Нажмите, пожалуйста, лайк под видео, потому что пацаны очень стараются, мы очень стараемся. Вот это все на самом деле, строить очень долго, очень тяжело, поэтому давайте наберем. Давайте наберем реальную цифру. Давайте 150 тысяч лайков наберем. И мы сделаем прям огромную гигантскую полосу испытаний и снимем ее прям как-нибудь креативно, классно. Ну и обязательно также подписывайтесь на канал. Переходим к финалу. Ребята, третий челлендж заключается в том, что наши 2 участника вот на этих прекрасных гигантских каблуках. Покажите, ребята, еще раз, какого размера эти огромные каблуки пойдут по вот этой 9-метровой дорожке. Дорожка находится на высоте 2,5 метра. Каждые 3 метра она становится все тоньше, тоньше и тоньше. Сразу скажу, у нас все меры предосторожности соблюдены. Кто из вас пройдет до конца первой этой дорожки, тот заберет бабки. Напоминаю, у нас у него вот такая котлета. Жеребьевка решила, что первый начинает Артем. Артем, я тебе желаю удачи. Я не смогу, блять, вы чё, ебанулись? Ну я не смогу встать на неё никак. Я скольжу ещё, я в масле весь. Пока держи за ты эту. Ты крепко держишься, да, лестницу? Да, да. Не, я не пойду, нахуй. Пизду. Так она шатается, пиздец, пацаны. Держите эту хуйню, чтобы она не шаталась. Дальше не смогу идти, она очень там. Поддержите опору боковую. Красавчик. Что тебе подумал? Блядь. Боже, не тот поролон! Блять, вот на этой балке вообще страшно. Главное, вправо не ебать.
выйдете на эту ебаную балку. Падай! Ой-ой-ой! В жопу ударил. Ай-яй-яй-яй-яй, сука! Это он прям на доску упал, я видел. Ни хрена тебе. Иди нахуй! Нет, это пиздец. Артём! Ну сильно царапает. Не знаю, какой дать фидбэк, очень странно. У меня до сих пор голос дрожит, может, чувствуете. На самом деле, у меня никогда практически не бывает панических состояний. Но, блядь, вот там реально было очень страшно. Я понимаю, что вот все из-за этой херни. Вот из-за этого каблучка. Вот он влево-вправо, все, ты сразу начинаешь падать. Чего боялся, на то и напоролся, охуеть просто. Нет, Артём, респект. Сказать то, что я доверяю победу Артёму. Ваня, я ебал в рот, ты посмотри, он расхватился как жёстко. Как дальше жить-то, блядь? Что делать дальше? Ну я хуй знает, у меня уже нога косит. Я даже не знаю, как встать. Тебе надо было просто поставить сейчас ее. Ты уже поставил ее практически. А все, я не пойду дальше. Я не пройду, блядь. У меня ноги трясутся вообще капитально. Марк, налей пластов в коробке. Блядь. Я вообще не могу баланс словить. Я не смогу даже шага сделать. Это невозможно пройти, Артём, ты сверхчеловек, ты понимаешь? Как ты это, сука, сделал? Мне страшно. Ты постарайся хотя бы. Да куда постарайся? Да меня трясёт-то, как сучку последнюю. Пишите в комментарии, ребята, что Марк пучка. А поднялся сюда на каблуках. Нет, да не так, нахер, нет. Ай, докажи всё. Нет, давайте так, если это видео наберет 200 тысяч лайков, то вы увидите меня в каблуках, я буду проходить еще более жесткие испытания. Я даже на ногу не могу быть уже. Я, блядь, не могу на. Нет, я не готов вообще ни к тебе. Меня трясет. Да меня трясет, да меня трясет, да меня трясет, да меня трясет. Я на самом деле уже не держу палку, тебе кажется, что я ее держу. Да меня трясет, ты идиот! Держи палку! Блядь, блядь, блядь! Да не смешно! Верни, блядь! Заебал! Фу, блядь! Ай, а, блядь! В общем, Артём, ты забираешь сегодня деньги. Ты реально охренеть больше всех прошел. Ребята, я тебя искренне поздравляю. Теперь я умею ходить на каблуках. Ставьте лайк, и если вам понравился этот ролик, то обязательно переходите вот на этот ролик. Это вообще пушка. Это ролик, ребят, на их канале. Поэтому переходите, совсем новый канал, новый ролик. Кликайте сюда.